Первая пожарная часть стала отправной точкой утреннего объезда по вопросам благоустройства. На ее территории в скором времени появятся новые газоны и зеленая трава. Что трава вывезет мусорец? И заодно плиту вывезет. Ну, вон там, вдоль забора чуть подсыпать еще надо. Гораздо менее благополучно обстоят дела с текущим ремонтом подъездов в домах на Братской 31-33 и проспекте 30-летия Победы 4. Бригад отделочников здесь не видно. Частные управляющие компании, в чьем ведении находятся дома, не спешат заканчивать начатое. В каждом здании отремонтировано в лучшем случае по одному подъезду. Видно, что работы идут, но идут не теми темпами, как хотелось бы. Достаточно вяло текущий процесс, поэтому мы будем встречаться с эксплуатирующими компаниями и уже на месте будем с ними предметно разговаривать, потому что неделя за неделей проходит, а темпы, конечно, ведения работ достаточно низкие. Первый заместитель главы городской администрации Алексей Рябов намерен и дальше еженедельно контролировать ход работ. Местным жителям придется еще какое-то время терпеть неудобства, вызванные ремонтом. Анна Сазонова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».